Модульный городок на Химической в мэрии планируют построить общежитие для работников КП «Горзелентрест» и городские дороги. Об этом сообщил вице-мэр Одессы Петр Рябоконь. По его словам, проектно-сметная документация уже готова, но для реализации проекта необходимо получить финансирование. Если буде на то воля депутатского корпуса сделать переброс с медичних закладів, закладів освіти на будівництво гуртожитку, управління капітального будівництва. Я вважаю, за один рік зможе виконати ці роботи по будівництву цього гуртожитку. Вопрос строительства модульного городка ранее уже поднимался в стенах горсовета. В настоящее время в Горзелентресте острая нехватка работников. При необходимой численности штатов 366 сотрудников, на предприятии трудятся всего 279 человек.